увидели уже поздно, но что-то произошло. Машины вот по обочине объезжают, по тротуару. Там вот скорая летит с полицией. Пожарка стоит, вот столб вырванный. А что произошло-то? А что произошло вообще? А столб-то почему упал? А, ну его надо проводом пути. Там этот придурковатый машина, кран какой-то с этим. Он пока ехал, видимо, провода задел и порвал все провода. Да что вырвал, что ли? И нам прям на голову, мы на трамвае стояли, ждали там. Как начало, оно же замкнуло, искры полетели, и нам на голову мы бегом успели убежать. Как только успели. Ну, слава богу, что успели. Да, да там народу много. Ну вот у шестерочки вот такой пантограф в итоге. А провода, вот не поверите, вот они идут со второго угона шестерки, не знаю, видно хорошо или нет. Вот они пошли у нас через всю диспетчерскую наверх, через магазин и ушли туда за магазин. Это провода с первого пути станции машиностроителей.